Да. Также есть один тетри, два тетри, пять тетри, десять тетри, это уже 10 копеек, понимаешь? А 100 тетри это сколько? 100 тетри это уже, 100 тетри это считай, короче, а 100 тетри это получается, братишка? Тяжелую я тебе задачу задал, не, да? Не, курсы не знаю, грузинские. Нет, причем курсы, просто тетри, это один лари вот получается. Один, 100 не, тетри, тетри это копейк. Да, тетри это копейк. 100 тетри это один лари получается, да? Если копейки взять, да. Если копейки взять, тогда получается не один, 100 тетри это получается... Один лари. Не, брат, еще побольше, ты что? В одном лари сколько тетри? В одном ларе, ну, 100 копейки получается. Вот, я же говорю, один ларе это 100 тетри. Один ларе, да. Один ларе 100 тетри. Вот, наконец мы пришли к выводу. Подожди, сейчас. Если 200 копеек. То это 2 лари получается. 2 лари получается. Да, 300 копеек, 300 лари. Да? Правильно? 300 копеек, 300 лари. Да. Да. А теперь сейчас мне интересно. Короче, 3 рубля, допустим, вот. Вот 2 лари, да. 2 лари. Сегодня мне чурчхелу...